какой бы идеальной техникой вы не выполняли упражнения в тренажерном зале, любая силовая тренировка создает дополнительную нагрузку на суставно-связочный аппарат. Поэтому, если не предпринимать никаких профилактических мер, то рано или поздно атлет получит травму связок или суставов. Именно по этой причине даже среди достаточно опытных атлетов распространено заблуждение о неизбежности травм во время серьезных занятий спортом. Но вы с легкостью сможете разрушить этот негативный стереотип, если примете превентивные меры по укреплению соединительной ткани в своем организме. Это без проблем получится сделать, воспользовавшись добавкой глюкозамин хондроитин МСМ от компании Body Strong. Эффективность этого препарата обеспечивает его активными компонентами, выполняющими сразу несколько важнейших задач в организме. Успешно решают они главную проблему, с которой сталкиваются абсолютно все спортсмены – нехватку строительных материалов в организме для восстановления соединительной ткани. Ведь ваши связки и хрящи подвержены микроповреждениям во время тренинга ничуть не меньше мышц. Но если для подпитки последних большинство атлетов не забывают принимать достаточные порции белка, то соединительная ткань чаще всего остается брошенной на произвол судьбы. Но глюкозамин хондроитин МСМ содержит сразу два источника строительных материалов для регенерации связок и суставов – глюкозамин и хондроитин. С помощью этих веществ организм без проблем устраняет последствия повреждений волокон соединительной ткани, вызванных как механическими воздействиями, так и получением в результате окисления свободными радикалами. Кроме чисто строительных функций, глюкозамин способствует повышению эластичности соединительной ткани, надежно связывая ее отдельными молекулами. Большей прочности связок и хрящей помогает и удерживание в этих тканях воды при помощи глюкозамина. Укрепленные таким образом ткани гораздо меньше подвержены риску надрыва на тренировке даже в случае неаккуратных с технической точки зрения действий атлета. Глюкозамин хондроитин МСМ оказывает не только профилактический, но и серьезный лечебный эффект, когда травма соединительной ткани уже была получена. Метилсульфанилметан в составе комплекса от компании Body Strong выполняет функции прекрасного противовоспалительного средства. С его помощью снижается отечность поврежденных тканей и купируется болевой синдром. Основные неприятные симптомы, которые испытывает атлет в первые дни после получения травмы. В состав одной порции 4 капсулы. Глюкозамин сульфат 2 калий хлор 1500 мг. Хондроитин сульфат натрий хлор 1200 мг. МСМ 1000 мг. Рекомендуется принимать по одной порции препарата в профилактических целях в периоды интенсивного силового тренинга. Во время прохождения лечебного реабилитационного курса дозировка может быть увеличена вдвое. Интернет-магазин Ersport является официальным партнером и дистрибьютором бренда Body Strong на территории Российской Федерации. Вся продукция, представленная на нашем сайте, полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценный уникальный текстовый и видеообзор продуктов Body Strong. Не забывайте подписываться на наш видеоканал YouTube и оформлять заказы на страницах Ersport.